в Америке там, значит, у меня есть друзья тоже. Они в свое время жили здесь, еще в СССР, когда было. Вот, а потом поехали туда, в Америку, жить. И, значит, там сейчас узнают о том, что американцы там обо мне говорят, что украинец, значит, бабай украинец обо мне говорят. Нет, бабай казак. Украины нету. Есть окраина Руси. Поэтому просьба у меня, если этот, без если, когда это обращение поступит на всеобщее обозрение. Сегодня. Сегодня. Вот. Америка. Я казак. Казак. А не украинец там какой-нибудь. Понятно? Я казак. Казак — это не ФСБ, не ГРУ. Ну, никакая структура государственная. Казак — это воин. Воин Христов. Господа Бога. Поэтому Бог с нами. Я тогда не знаю, кто против нас. Явно злом. Значит, мы вас будем уничтожать злом. Я попрошу вас, вы всю Америку-то сюда не вписывайте, жидомасоны. Вы там сами как-нибудь-то обозначьтесь. А то из-за вас простые люди страдать не хотят, которые хотят жить в мире и несогласии.